Так, разбирается это все. Шурупики выкручиваем 4 штучки по краям. И здесь скобочки металлические снимаем 2. Ну вот, все разобрано. Теперь эту шубу моем, моем все это дело. Как видно, здесь застойная зона в углах. И раньше тоже, вот когда я первый раз его разобрал, машину. Сейчас у машины 350 тысяч пробег. А первый раз я разобрал, был 200 тысяч. До меня никто туда не лазил. Все было забито шубой. Вот так вот вообще. Здесь просвет только вот тут был. Так что надо как-то что-то придумывать насчет фильтра. Поделитесь, кто на Legacy первого поколения гомырил фильтр салона. Как это лучше сделать? Где? А мы будем это сейчас мыть. Вот, короче, я все это дело открутил. И сейчас я это все разберу, чтобы оно мне не мешалось. Мои труды. Вот видно здесь устройство. То есть патрубок я сбоку подвел. Патрубок этот, конечно, у меня с дырками. Это плохо. Надо было без дырок сделать. Колхоз еще тот. А вот основное, вот то, что мы видим. Вот это все надо чистить и по-другому делать на белый герметоз казанский. Не на этот вот макрофлекс, а на белый. Или вообще меня посещала мысль взять бормашинку и вот этот фланец весь выпилить до состояния круглого. Конечно, труд, но это стоит того. Потом уже на эти трубки одеться просто по-нормальному. Или, может быть, здесь нарезать резьбу, сюда вкрутить по трубке. Здесь диаметр, по-моему, 9 я мерил раньше. И все работает, потому что площадь большая. Этого достаточно протока, чтобы все нафиг выхолодить. И жара адская в машине становится. Просто жесть. Вот так вот это работает. Накрутили шланг на керхер. И сейчас мы его засунем внутрь таза.
же грязи с него льется. Вот уже видно, 16 минут осталось до конца работы аккумулятора. 42%. А было 74, что ли, когда начал. Вот теперь можно уже считать, что он почти чистый.
Вот я в прошлый раз, у меня керхера не было 4 года назад. Я его мыл струей душа также. Но из него пух вот этот летел и летел, непрерывно, не прекращаясь. И до сих пор летит. Березовые вот эти сережки летят. Они в нем. Уже второй таз воды кончается. Я думаю, он покиснет, и мы еще попшикаем.